татушка, сам тратит фонетик. Вот, вот, клей, ну что, вот, давайте начнем. Протираем руку. Ничего. Чтобы она была чистая, чтобы лучше держалась татушка наша. Вот. Если же у вас есть скраб, можно оскрабить, поскрабить немножечко. Затем снимаем вот такой защитный слой такой специальный, чтобы татушка... Ну, надо это делать аккуратно, чтобы не повредить трафаретик. Наносим клей, затем мы потом будем наносить блестки. Тонким слоем. Тонким, да. Если вы захотите снять татушку, она не смывается водой, но можно маслом, намазать маслом и немного пошкарябать ногтем, или же приложить усилие и пошкарябать немножечко ногтем, когда она отпадет. Не бойтесь, это не больно снимать, снимать вообще не больно. Вот надо делать все немедленно, не торопясь, не так уж сильно торопясь, но немного быстренько, вот чтобы... Потому что клей почти что быстро очень высыхает. Вы маленький ребенок, вам хочется какой-нибудь другой, но не именно клевер. У моей бабушки есть другие татушки. Есть всякие русалочки, всякие сердечки там. У нее даже есть лапки. Можно сделать. Также она делает шугаринг. Да куча информации, да? Да. Вот, удаление волос. Вообще-то это главное, что бабушка делает. Да. Шугаринг. Вот такая татушка у нас получилась.